Наступление Нового года ждет каждый ребенок. Особенно поверить в сказку хотят дети, которые вынуждены расти без родителей. Но воспитанники детдомов не остаются в преддверии праздника без подарков. К ребятам из детского дома «Звездный» в гости пришли сотрудники ОМОНа и МЧС. Представители этих ведомств взяли шефство над ребятами и стараются регулярно их навещать. А потому как «Звездный» славится своими талантами, то дети к приходу гостей подготовили большой концерт с вокальными и хореографическими номерами, выступлением спортсменов. «Звездные дети» не раз становились победителями различных конкурсов и всегда готовы продемонстрировать все свои многочисленные таланты. К нам часто приезжает шеф, и тоже они нас тоже водят на концерты. ОМОНовцы нас водят в кино, тоже к ним на концерты, в походы с ними ходим.